Всем привет, у нас сегодня замена масла в Форде Мондео третьим 1.8 бензин с двигателем CGBA. Самый маленький у него мощность 81 кВт, 110 лошадиных сил. Такой фильтр масляный Bosch с таким номерком. Классическое масло Ford Formula F 5W30. Вмещается в картер 4.25. Открутили крышку, само собой, заливную. Развантажили. И залазим вниз. Смотрим, где размещен. А, для этого нам потребуется такой ключ. Вот такой вот. Вот такой ключик. Классический мы на Ford Mondeo TDCI используем его. Крабовидный такой. Крабообразный. Вот. У нас... Вот такая я уже показывал на этом GTC-524 ключ, верчатая щеточка. Сейчас будем, короче, его отвертывать. Смотрим, что под машиной у нас. Откручиваем картер, гайку картера, цельную пробку картера, вот она. Вот она. И потом добираемся до фильтра. Бош, не хотели снимать, как мы его откручивали. Кто-то зажал его нещадно. Вот такой фильтр номер, он тоже подходит. Бошевский фильтр. Мы его так немножко погнули, чуть-чуть поиздевались над ним. Короче, вот такой вот фильтрец. Вот с таким вот номерком масляный. Теперь я покажу сейчас, что мы там внизу сделали. Как оказалось, не так все просто. Значит, новый фильтр вот стоит уже, Bosch тоже. Вот он, вот так вот оседлочная, она будет видно. Вот он. Вот так вот, вот она. Вот тут он откручивается просто по часовой стрелке. Закручивается, по часовой откручивается. И вот пробка. Так, у нас сливается. Вот сливная пробка. Резьба, которую нереально сорвать. Глубокий такой. Глубоко резьба там идет. Теперь мы... Как мы эту пробку открутили, сейчас покажем еще. Пробку заливную мы вот так вот открутили ее. Анатолий Петрович таким вот макаром ее приварился гайкой. Правда, прокладочка там резиновая сгорела. Ну, ничего страшного. Вот такая вот пробка. Посудила, как на Мондео третьем, дизель предполагаем, да, Толя? Ну, похоже. Возможно. Мы там уже гайку вечную тогда прикрутили. Приварил Толя. Сейчас будет, короче говоря, такая вот новая... Обновленная версия, апгрейтовая пробка будет для слива масла. Так что, ребят, замена масла не всегда стоит 100 гривен. Не верьте там людям. Вот так вот. Товарищ, перезапишите видео, чтобы пробка была как бы хорошая. Я говорю, грязь тоже должна быть, грязные работы тоже должны быть. Вот Петрович сделал вот такую вот сливную пробку, наварил вот эту вот гайку, приварил ее. Обточил ее болгаркой. Ну, короче говоря, действительно сварщик от бога. Поставили мы такую медную шайбу туда прямую и вот такую резиночку. Кстати, делфовского ремкомплекта Ford Mondeo. Третий 2.0 TDCI, кстати. Это бензинка. Так что дизель служит бензину в том числе. Вот такая пробочка симпатичная. Сейчас будем ее закручивать, заливать маслицо. И все будет... Чудово. Все, ребят, всем пока. Пока-пока. Пробки для сливания, для слива масла. Ford Mondeo 1.8 бензинчик. Это хорошо, что было. Это синематограф. Все четенько. Фильтрец вот он стоит над нами. Вот он, красавчик. Все, сейчас затягиваем. Нормально, ребят, затягивайте, не до свинячьего визга. Было на 13, стало на 21. Да, было на 13, стало на 21. Все, чуть-чуть подтянули, и тут не надо сильно зажимать. Тут все продумано. Все, ребят, 6-й год, видишь? 6-й год, ДВСик. Все, бежим заливать масло. Да. Все, теперь берем... Масло и заливаем в эту пробку.
Потом проверяем уровнем, что у нас залилось. Сколько мы? Вмещается, повторю, 4,25. Ford Mondeo 1,8 HE. Duratec бензин. Бензин-газ. 4 литра, 250 миллилитров. В Ford Mondeo 2.0 TDCi вмещается 5,5 масла. Тоже фордовского, Формула F 5W30. Все, заливаем.